Подобное распределение земельных участков администрация Котласа проводит ежегодно. В этом году в списке претендентов 78 многодетных семей. После проведенной жеребьевки каждая из них сможет получить в собственность от 6 до 10 соток земли в районе Дока и поселка Вычегодский. На бумажке написан кадастровый номер земельного участка. И вот я первый буду вытаскивать, и кто первый стоит в очереди многодетных семей, то есть этот участок будет приписан ему предлагаться. А там уже они будут принимать решение, будут они брать этот участок или нет. В прошлом году таких участков было 92, однако после распределения лишь 14 семей согласились принять землю. Причины у всех разные. Кого-то не устраивает местность, кого-то местоположение. Сегодня в Котласе около 500 многодетных семей. И пока одни отказываются от земельного участка, другие семьи годами ждут своей очереди и согласны на любые условия. В 2016 году мы подавали заявление, так как я родила третьего ребенка. Старшему сыну у нас 19 лет, Сигат исполнится 20. Живем в деревянном доме, в квартире площадью 44 квадратных метра. Нам участок жизненно необходим. Живем мы очень тесно. То есть, если нам дадут участок, мы обязательно будем строить. Уведомления о распределении земельных участков будут направлены каждой из 78 семей. На ответ дается месяц. Отсутствие ответа будет рассмотрено как отказ от земли.